Наше предприятие на протяжении 20 лет успешно производит лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. 5 лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств в Перми. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много. География производителей расширилась, увеличилась конкуренция, это в свою очередь повлияло на качество производимого оборудования. Чтобы продукция полностью соответствовала требованиям гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора основного и вспомогательного оборудования. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора оборудования я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Техники на выставке было по сути представлено много, различных производителей из разных стран мира. Кроме того, я присмотрел аппарат для выгрузки порошка. Она была, по сути, необходима на участке производства таблеток. Я взял контакты у представителей производителей оборудования и двух изготовителей аппаратов для выгрузки порошка из смесителя. Сначала я начал заниматься покупкой подъемника на производство. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей вспомогательного оборудования. Компания из Германии могла изготовить аппарат для выгрузки, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее 3 месяцев. Производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести подъемник только через 6 месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как аппарат нужен был в самые короткие сроки. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить тележку в течение 2 месяцев. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я вспомнил, что на форуме фармацевтического оборудования в прошлом году познакомился со специалистом из Москвы, который, в принципе, занимается поставкой фармацевтического оборудования. Я решил ему позвонить и рассказать о своей проблеме. Менеджер говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о назначении желаемого подъемника, допустимых нагрузках. На этапе консультации он предложил систему транспортировки порошка из вакуумного конвейера в бункер-накопитель. Я решил внимательно изучить предложенные варианты, в общем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации аппарата. Я тщательно изучил возможности машины, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за 2 недели сообщил о степени готовности аппарата для выгрузки порошка. Установка была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Оборудование состоит из 3 бункеров, соединенных между собой специальным пластиковым мешком для выгрузки порошка и исключения загрязнения пылью рабочей зоны. В аппарате предусмотрен блок управления, на котором задаются параметры процесса. Установка мобильная, так как установлена на колесах. Мы остались довольны системой транспортировки порошка из вакуумного конвейера в бункер-накопитель, порекомендованным и поставленным менеджером этой компании. В любом деле, даже в поиске вспомогательного оборудования лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной.